Всем привет, дорогие зрители и подписчики наших каналов. С вами великолепная тройка. Артур. Здрасте. Максим. Привет. И я. Никто не знает, как меня зовут, но меня все зовут Джек Шепард. Иногда Гриша. Да, иногда Гриша. Иногда Гриша. Просто Стивен. В общем, мы до сих пор... Да. Мы до сих пор в дерьме. За тобой зомби. Да. С топорами. Не позже, в тюрьме. Мы до сих пор в тюрьме. Ладно, я его сниму. Мы не смогли выбраться. Здесь лежат патроны всякие. Падает для М240. И у меня течет кровь. Без оружия. Так, кстати, давай говоря, принесу туалетную бумагу. Жди. Нет, я сейчас перевяжусь. Мы отбежим, и ты перейдешь мне кровь, ладно? Потому что у меня уже ближе к половине. О, давай. У ребят, у нас вообще цель найти машину как-нибудь. Да, и у вообще... Максима цель сейчас убить снайпера, который нас покарал. Да, людей постреляли. А у нас там Джек Шепард цель. Пойдем за мной. Мы сейчас пересечем переправу и пойдем в сторону. Я бы пошел. Очень аккуратно пересекайте. Артур, я потерялся. Очень. Меня там вы завалили. И всех нас там вы завалили. Не, ну понятно, с топорами мы все равно один хрен много не навоюем. Ты опять потерялся? Ну, в принципе, если бы, да, если бы начали переходить, я вообще бы там пожили и покатались на крайне. Давай кровь перелью. И когда будете бежать в сторону берега, зигзагами бегите, а не просто прямую, потому что прямую вас могут так. Ну, там я в начале предыдущей серии встретил человека, который подарил мне Макаров Silenced. Я просто после этого у меня мимими было, как кота в Шреке. Я понял. Ну, в общем-то, ну, короче. Ко мне вернулось зрение. Как хотите, так бегите. Но у меня пакет крови остался в рюкзаке, поэтому ты проверишь все-таки. У меня еще 3 пакета крови. Еще 2 пайнкиллерса и 3 эпипена. А все, пакет крови заюзался. И у меня очень плохо, я сейчас заболею. У меня с температурой, она на самом минимуме. У меня тоже холода, поэтому пошли вниз, туда, где тепло. Прям по полю мы, конечно, зря, потому что место проходимое. Они были с топорами, перед их ногами лежал весь мир. Смотрите в кинотеатре. Перед их ногами лежали их мозги. На стенах тоже немножко попало. Переправа. Берег левый, берег правый. Смотрите на ютубе. Переправа. Тан-тан-тан. Мне кажется, мы уже знаем название этой серии. Ну не факт. У меня, кстати, говорят, что-то такое. Только в 3D. Нет, 4D. Мужчина, здравствуйте. Ой, где переправа? Мужчины, ну господи. Дяу. Дяу. Олег, залепим в елки. Давай. Думай, тупая голова, откуда тебя могли убить-то? Не, ну он там, конечно, нормально троих. Причем двух нубов пропустил, а нас снял. Ну, видимо, те-то бежали, он... Нифига, а то он моего убил, которого наверное. Нет, я тебе говорю про тех, которых мы с тобой видели. Из машины не получилось, к сожалению. Не-не-не, все, знаю, только одно место могло быть. Я надеюсь, он успел зайти на сервер, потому что если он не успел на него зайти, то вендетты не будет. Он бегущий. Да, был старт, кстати говоря. Я нашел разбитый этот самолет, и СИ-130 лежит. Офигеть. А так бывает? Да, бывает. Слева с АКМ уж мольба. Надо. Мы все бежим, Артур, потому что я тебя потерял из виду. Беги к берегу, я тебе скажу, если что не так. Вот ты, все, стой. Видишь меня? Увидел. А еще надеюсь, что он успел дать. Не сразу, если тебе скажу. Ты бы там пушечку нашего было бы просто шоколадно. У меня АКМ, если ты про меня. Ага, везет. А у нас топорики. Че, Джек Шепард, дорога жизни. Помнишь игру Лемминги? Угу. Вот это про нас. Пробиваться. Да вы отрепетировали? Конечно, нет. Да, это все спонтанно. А че вообще... А, нет, в прошлой серии выжил. Хотел сказать, че я первый бегу? А вы по переправе уже вместе? Посмотрим, что в контейнере. Мы заходим на переправу. Я понял, это давай хорошо. Давай зыпнем на контейнер. Давай еще... лучше мы пройдем и где-нибудь там что-нибудь зыпнем потом, потому что, блин... А, так стоп, мы же тут с Максом были. Да что ты, нас здесь убили буквально минут немножко назад. А че вы бежим? Нет. Че? Вы уже не побежите? Вот справа, Артур, на том краю был вертолет, и там нас убили. Откуда с горки, скорее всего. То есть на выходе с переправы... Вот сзади нас. Да, скорее всего, для вас справа. А сзади? Да, то есть сзади. Оттуда, вот. Вон оттуда? Вот если ты сейчас туда смотришь. Да, я на тебя смотрю, я понял. Все, валим отсюда. Стреляли. Или ты хочешь где-то?
Нет, я просто думал, Нет, переходить. мы переходим на Представляю. Другую сторону. Три Ну мужика хорошо, а я мы вас с той уже стороны, на где снайпер. Короче, мы с той стороны вышли, ты нас не убил. Нет, да. Значит не стоит. Ладно. Да блин, ты хватит пугать. Скажи, да, стой, все. Вы в Представьте, безопасности. Три человека с топорами прочесывают лес в поисках снайпера. Я бы не снайпер, а пулеметчик какого-нибудь. Чтобы ну, больше да. наверняка. Блин, еще так долго бежать. Хочу, я боюсь. Блин, а сзади зомби, я думал, человек бежит. Ну да. Спереди у меня трясет, по-моему, это зомби же, да, Джек Шепард? Да-да-да-да-да, зомби. Мне кажется, вот этих зомби вообще убивать не стоит. Ты не видишь, они отрешенные какие-то ходят по берегу, смотрят вдаль. Их, они вегетарианцы, наверное. Нет, это так. Зомби, у которых вернулась часть воспоминаний, как вот некоторые зомби идут же в магазин там. Вспоминания о том, что они любили. А эти рыбаки, короче. Это они, зомби Ромеро такие. Они, да. Они, а эти любили рыбачить. Вот они ходят тут, ищут удочку. Такие ба. Наживка не та. На червя ловить надо было. На червя ловить надо, да. Капец их тут. Два. Целых. Может, а что, до военной баски сбегаем? Или что? Ну, ну я, на которой мы тогда. Да-да-да-да, я примерно про это и думал, но. Окей, alright. Но. Я просто не помню, где она. Вон туда, налево куда-то. Да-да-да, мы пробежим по берегу и потом на дорогу наверх. Ну где же ты, красавчик удалой? Где же ты прячешься? Макс, ты сможешь. Ты найдешь гаусс-винтовку. Но ее уже нет, нет она же после рестарта. Я думаю, может быть, он ее забрал себе. Просто. Я очень на это надеюсь. Найдешь гаусс-винтовку, найдешь Урал. И в нем будет лежать мой М249 с пятью лентами. А потом ты проснешься и заплачешь от того, что это все не так. Я даже с непростной заплачу. Спереди видишь что-то? Спереди. Коробка или что-то с припасами, походу. Да, там этот скинули, как у с этого с парашюта. Администраторы нам, да? Угу. Ну как обычно. Вы уже перешли дорогу? Да? Да. А, точнее, переправу. Мы бежим к военной базе, где я тогда умер. Военная база. Ну, помнишь, на которой я был при смерти? И, а меня убили. И ты меня тащил, меня и там рвало. Умер, а потом мы пришли к переправе, и я тут убил хладнокровно самаритянина. Да, помню, но там нет никакой военной базы. Ну, это не военная база, там барак. Лагерь? Там барак и две вышки. Скажи нам, что ты помню, понимаешь нас. Ну, ладно, Гриш, главное, что... Да, у него сейчас вендетта. Да, у него сейчас все мысли повернуты на то, чтобы размазать тонким слоем содержимое головы того мерзавца. Короче, либо этот мерзавец не успел зайти, либо он не там, где я думал все это время, и это плохо. Почему? Потому что я не вижу его. А если я не вижу его, значит, что он Мафи. Официально ушел. Я возьму пипан, вдруг кого-то из нас с тобой свалит сейчас там с зомби. Чтоб сразу вколоть, беги. Все, я сдаюсь, его здесь нет больше. Это жаль. Это да. Плюс вы перебежали дамбу свободно, да? Ну да. Да, переправу. Да. Ну вот и все. Вот и сказочки конец. Либо он не зашел, либо он уже ушел. Но ушел. Уй... А, черт его знает. Я иду к вам. Хорошо. Я предлагаю сходить на дамбу. И теперь, если я вижу бандита, даже если он там с благими намерениями показывает мне френды. No. No Russian. Давай меня выпускай вперед, я буду переговорщиком. Я буду чаще всех пулю похоже ловить. Ну, хорошо. Естественно, или так, не или видно. Так, договорились. Мне что-то прикололо просто дружить. Так это, да, это весело, это действительно весело. Ну, когда нечего терять. Если у меня будет М249, то у меня друзей в этом мире вообще не останется. Ну, ты меня тоже можно понять, я сказал с пушкой, я дружу. Что? Половина моих зрителей, которые подписаны сейчас на меня, такие, что? О чем он? Я в что вы сделали с настоящим шустрилой, да? О чем он говорит? Кто этот человек? А вы где сейчас? Я вот вижу, типа, лэп, слева завод от меня, будка. То есть смотри, если с переправы заходишь на материк уже, да. И налево, слева по береговой перед... линии мы бежим, где-то на 2 километра убежали уже. Именно а, вот. Прям, а, вы бежите, а, на ту базу, я. Да. Хорошо. Я просто единственное место, куда помню, как бежать. Не, справа там тоже было неприятно. Лутаться типа будем? Ну да. Ну, окей. Нам хоть что-то, я думаю, мы просто пули поймаем скорее.
Магнитики, магнитики в заднем карманчике. У меня магнитики по всему телу, как обычно. Вы подготовились. Да. Я его подготовил. Черт. Как ты вообще топор держишь? Я? Да. Раз магнитики, все дела. Я его не держу, он сам держится. Он просто руками сделал жест, типа. Не, вот на самом деле, Джек Шеппер, зажми Alt и посмотри направо. Этот топор, он так около лица опасно машет, что я думаю, сейчас мы свои скальпы просто смажем. Ну, притянется, и такие два человека с топорами в головах лежат в лесу. Сейчас будет очень мрачно, если придет кровосос. Я думаю, его забьем, разрежем на куски, захарчим и пойдем дальше. Как там шус? Здравствуйте, дорогие зрители, там. Я не смогу так. Нет, ну там же я как гоблин, типа, я вас категорически приветствую, и поехали. Ну да. Маньяк приветствует всех категорически. Мы не маньякисты в храме. Мы... Нам не понять. Мы не маньяки с топорами, вот, все. Просто. Не маньяки. Мы не маньяки с топорами. А, маньяки, маньяки. я вижу человека, бегущего с дамбы. Не мы. Он с оружием? Не мы. О, брат. Сейчас, похоже, человек на дамбе с оружием станет трупом на дамбе без оружия. Нет, я не думаю, что он будет, если он умрет. Ладно, я пойду. Вот я даю человечеству шанс, хорошо. Сейчас такой, я ненавижу людей, ненавижу. Какой-то в «Звездный войн» эпизод 3. Ненавижу, так. А, ну да, тут же не собрались не фанаты «Звездных войн». Тихо. Он говорит с ним, отвечает. Шестрила говорит, прежде чем бить. Ты что? Ну да. О, ну да, конечно. Я давал человечеству шанс. Ага. Он начал по мне стрелять. Он хотел тебя приветствовать просто. Нихера себе приветствие. Залпы в воздух были. Григорий, ты понимаешь, что на этой дороге мы уже убили как-то нескольких людей? Да, но либо мы ползем по горке, либо бежим быстрым путем. А вы же быстрым путем. Там, помните, ребята, коробка была, там рядом с ней был, в общем, коробка с медикаментами, да, такая? Но, да, мы облутали. Лутнули ее, да? Угу. Да, ну там пакет крови вроде не остался, нет? Я только один взял из двух. Я тоже взял. Компас, все есть, короче, пацаны, я играю. Так, что наверху? Будем смотреть. Тут лежат химлайты. Фу, часть этого есть. Какого? Не, ну, понятно. Давай на запчасти, вышку залезь, короче. Или не полезешь. Да ну нафиг, я хочу свалить отсюда. Самое ужасное место. Велосипедный клуб? Военная база, да? Точно. Нет, это узкая дорога, на которой не разменешься ни с кем. Смотри, помнишь, меня, на которой я убил врага, а потом вы убили второго, с тремя встретились. А я скользил все это время, пока вы убивали людей. Прикольно. Сейчас такие, это, слышь, машину, садимся в кусты. Они едут такие. Мы выскакиваем, резко колеса такие обрубаем. Колеса обрубаем, такие, садимся в машину, выкидываем их и уезжаем. Без колес. Стоп. Да. Ну, ноги в дырки просунем и бежать. Ноги в дырке. Капец. Ты опасный человек, Джек Шеппер, ты знаешь? Я знаю. Ноги в дырке суют. Я дебагу просто. Я устал, что ли? Я медленно стал идти. Да, то же самое. Не-не-не, это нормально, это просто... Не стреляйте, люди, предупредительными в воздух. Все кончится плохо, как вот с этим парнем. Ну прикинь, я бегу, он смотрит на меня и стреляет. Вот же, да? Вообще псих. Мы подходим к этому. Как он посмел бежать? Плюс, например, я его когда увидел, я бегу, у меня оружие, знаешь, не вскинуто. То есть я не представляю опасности для него. Хотел бы, убил бы. Он останавливается, смотрит меня, скидывает пушку, да, и стреляет. Да пошел ты к черту, газелиста, шо ты не таких укладывал? Ганзагла, успокойся. Нет, ты газелиста шот. Ганзагла. Ганзагла в следующей серии. Ганзагла, проснись. Ты был лучше газелиста Шота. Газелиста Шота плевать. Джек Шеппард. Ау. Привстанем, посмотрим, елочка. У тебя, наверное, нету этого бинокля. Нету. Плохо. Поэтому полагаюсь на тебя. Как насчет на А2?
На А2 я только за, но сейчас нам бы тут выжить, потому что мы хотя бы автоматики выдвигаемся. У меня пистолет Макарыч с глушаком. У меня топор. Это чисто топорыч. Чистить. Чисто чистить барак. Тогда заламываемся в барак и делаем что-нибудь. Либо умираем. У нас два варианта, потому что мы по-любому не отобьемся. Заламываемся в барак и делаем что-нибудь. Отличная тактика. Нет, ну рубим зомби и берем, что есть. Выносим, короче. Mm-hmm. Одно слово. Так, я внутри забора. Внутри забора? Ты уже спустился? Нет, я наверху, но я забежал внутрь забора, где Максим нас скрыл откуда. А, понятно. Mm-hmm. Там. Ну, внутри никого нет этих, могу сказать. Это очень редко. Ну, там почти никого не бывает. Там же один барак всего. Ну. Так но, как? Однако, меня тогда убили. Ну, это был... Он потом просто понял свою ошибку и разбился. А, и суициднул. Я его даже на том свете достал. Джек Шепард, ты не упарывай далеко вперед, а то мы еще перепугаемся и это... Если что, я в фулл луте уже, все, иду убивать. Окей. Ты где, Джек Шепард? Сопа, куда бежит зомби? А, нет. Ко мне, может? Нет, нет, нет. Я смотрю на ГВшки на барак, вот к тебе бегу, да? К тебе? Все, я позади тебя. Я сзади тебя, если что, не бойся. Ага. Ну что, вырываем? Добрый день, господа. Добрый день. Ой, здрасте, как у вас много. А пойдемте дружить в казарму. Запись. А приведем, что-то покажу. Все по записи. Тут автомат, АК. Хорошо. Мужик мертвый. Отлично. И... Не живой, уже хорошо. Прошу. Я прошел, я встречаю делегацию. Давай. О, блин, я что-то выкинул. До свидания. Урал едет. Урал? Теперь решайте быстро и сейчас, мы добрые или мы не добрые. Убивай, ради Урала я злой. Нужен Урал. Мужика звали Кракер. Он едет к вам, выходите, перехватывайте, он никому не выйти, он на выходе с базы под вдоль моря едет. Джек Шепард, хватай этот калаш. Погоди, и да. Встреть его, мне план пока нечего. Перехват. Он будет у вас через секунд 80. Джек Шепард, можешь Макар взять, но лучше пока не бери, сейчас... Не-не-не, у меня автомат с одним рожком. Ты калаш взял? Который у тебя был. Калаш тут лежит, я не знаю, на него есть патроны, нет. Я взял калаш другой. Я патроны не взял, давай быстрее, выходи туда, давай, сейчас встретим. Они сюда приедут? Он остановился. Или на дороге встречать, тут пистолет есть. Остановился? Это мой пистолет, я его выложил, ради ПДВ. А, ну я взял его. Да-да-да, я же сказал. Что за хрень? Тут фраговая граната, я лучше ее возьму. Вместо Ленфилда. Патронов. Че с ним? Я не понимаю. Артур, если я кину дымовуху отсюда... Ай, зомби ударил. Это невозможно. Что? Он летит? Нет. За рулем никого нет. Где? Да. Ладно. Артур? Че? Зомби. Подходит ко мне. Ай, он снова меня ударил. Да господи-то. Отстреливайся как можешь. Давай. Потому что я был занят. Я не могу, я бинтовался. Сейчас набежит всякого говна. То, что я сейчас увидел, это невозможно. Блин, ау. Может, так, короче, сам. Тут уже сзади подходит. Ну сдохни. Они бронированы, нет, они очень сложные. Нет бинта. Сейчас перебинтую тебя. Давай. Газелист, да. Ашот в это не верит. Что там, газелист? Что с твоим упоротым мозгом? У тебя Г-36? Да. Везучий случай. Да. Сейчас к нам газелист приедет, похоже на газели, и потребует денег за проезд. Бензин кончился в Урале. Так, меня всего штырит. Остановись, я тебя сейчас переливать буду. Я панкиллер взял. Не-не, у меня по крови хорошо. Ну хотя ладно, перелей. Так, ты аккуратно, главное, сейчас мы можем из любого окошка хапнуть. Так, Blood Transfusion. Давай. Это зомби. В общем, господа, товарищи, у меня здесь Урал, который ехал, остановился, в нем никого нет. Остановился без бензина, и в нем никого нет. Пропусти же, Джек. Короче, никого давай нет, так. Но в нем и бензина нет.
рвем, я на правую душку, наверное, ты на левую, окей? Пока нет, я еще не готов. Ладно, жду. Так. Херня! Кроме слова херня, у меня ничего нету. Знаете, как bullshit хочется сказать. Bullshit. Да, bullshit. Херня, bullshit. Ну ты это... Да, ты по-любому, на тут станок лежит. А он можно для моей пушки использовать? Да. Да, отлично. Так, Джек Шепард, ты на вышку хочешь, да? Я тебе предлагаю, я сейчас выбегаю направо, наверное, на вышку. Ты вот, которая вот эта вот вышка слева. Хорошо, давай. Лутаемся, спускаемся и уходим отсюда. Раз, два, три, все, рванули. Я беру две канистры и иду заправлять. Давай. Вам рекомендую, как только вы закончите, бежать в мою сторону. То есть а если там мужик просто пересел окей, на задний окей, 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 у меня винторез. Я просто рад за тебя и счастлив за нас, потому что у нас теперь офигенное прикрытие. Та-дам! Та-дам, та-дам, та-дам. Тут G17, Артур, наверху, но без патронов. Моя любимая штука. Ну без патронов тогда мне нафига. ПНВ, рейндж-файнд. Дробовик. Хотя от МП5 патроны подходят, нет? Не знаю. Ребята, РПК кому надо? Ручной пулемет калашник. Мне, я обожаю пулеметы. Вот G36. Мне такой. Мне две. Отлично, у меня патронов все больше и больше. Проверим. А к нему патроны есть к РПК? М249 Belt. Патроны здесь лежат. Ну, М249 здесь нет. Или, вернее, здесь есть. Ух ты, нифига себе, у тебя приближение было на пушке. Чёрта произошло. У меня сломанные ПНВ. Угу. Расскажи мне, и минус еще один. Ты убиваешь людей? Я защищаю Урал. А. Так, Вик, я спускаюсь Вик, обратно. Квиксильвер, ребят. Ладно. Квиксильвер, Блэк Шепард. Все нормально. Так, знаете, чем я сейчас займусь? Что? Хитпак, Артур. А, я кашляю. На пол. Нашел хитпак. А я кашляю. Так, я беру еще одну дымку, выкидываю тогда. Чтобы... Как же это долго, ребят, мне нужна помощь, это действительно очень долго. Сейчас все, убью. Мы выдвигаемся, все уже. Хорошо. Ой, Артур, в общем, обратно в здание обратно. Пона мать, все, это поздно. Что за взрыв был? Поздно, поздно все. Че поздно, я живой еще. Я про то, что тебя не задело уже. Я думал, капец, я оглох. Я случайно не ту гранату кинул. Ох, что это было? Парни, парни, парни. У меня кровь из ушей, я не могу. Что? Я ничего не слышу, я в барак зашел. Ты где? Я на крыше. Каждая секунда это сейчас просто золото. Я понял, у меня патронов целая куча, сейчас я буду уходить. Все, я по дороге двинул в сторону ШУСа. Это в сторону ШУСа, это куда мы не ходили, да, еще с этой базы? Нет, ходили. Это назад на переправу. А, все понял. Джек Шепард, ты готов? Я хитпак сейчас возьму один, и я спускаюсь. Так, куда бежать-то мне? Беги назад, как шел. Откуда шли, да? Если ты поверху идешь, то поверху. Я понял, за по дороге побегу. Я тебя вижу. Парень был в гиле, кстати. Гиле. Мне не нравится гиле. От него, конечно, защита пипец, но мне внешний вид не нравится. Защита? Нет, в смысле, не этот. Маскировка. Маскировка, да. Неплохая, согласен. Джек Шепард, ты далеко от меня? Далековато. Я сейчас попробую по внешней границе побежать наверх. Окей. Так, господа, я вам можно дам сейчас небольшую боевую задачу? Вы не обидитесь на меня? Вам нужно будет прийти, найти этот желтый Урал, стоящий прямо рядом с морем, и закемпить его, пока я иду за бензином и дожидаться меня. Хорошо? Без проблем. Хорошо? Да, с моей пушкой у меня надерем, офигенный, надерем. Блин, я просто воль май прицел дальность. Надерем всем жопы просто. Найн, найн. Джек Шепард, ты видишь меня? Я смотри вдоль забора, бегу я по внешней стороне, наверху. Великовато тебя. Увидел? У парня было 7 канистр, есть еще я такая примерно инфа, понимаю, где-то. Что он пошел okay. Просто заправлять вертолет, короче. Я сейчас примерно над казармой. Я, ты над казармой, я уже ушел тут на километр от той стороны. Я тебе говорю, вот, все, я у входа, где мы с тобой вошли. Все, двигай давай в сторону, как пришли. Там труп в гилле лежит, можете его залутать свободно. Сейчас, Джек Шепард, дождемся. К сожалению, вон, рюкзак, рюкзак четкий, я забрал с собой, сердце. Провели, вей ты. Ничего страшного.
Все, я отправился на боевое задание. Если будет Урал, то у нас полезет все и в любых количествах. Ну я не стал там долго задерживаться. Да, понятно. Ну, естественно. Я ушел за бензом. Так, я тут... Я тебя не вижу, но я бегу просто туда. Ты нормально бежишь в мою сторону, я тут по верхотуре, по склону крутому. Помнишь, где мой серию, где вертолет пролетал, начинали? Ты еще выше, что ли? Нет, я... А, я понял, что случилось. Он решил перезайти прямо, чтобы бензин восстановился. Вот почему его не было, вот почему я там бегал, там было чисто. И сейчас он там появится. Не, он... Да я тебе говорю, он уже появился и умер. А. Я возвращаюсь, я там бегал нон-стопом, никого нет, думаю, ну ладно, отбегу за бензином. Канистры взял, отхожу, решил кинуть хозяйственный взгляд уже на этот Урал. Смотрю, там сидит парень в гилле. Ну, добрый вечер, я газелиста Шот, за проезд не передали, все. Это я. Это не мне, я не могу вас видеть. Нет, это я Джеку Шепарду, который сегодня что-то... Да-да-да, я вижу тебя. Слышь, а стреляли-то примерно с этой херни? Тихо, винторез, снайперка. Не видно, не слышно, сильно. Может, это он? Найдем, зарежем и съедим. Вы, значит, вендетта! Вы, значит, взял и выиграл просто людей. Пришел, справил, выиграл. Артур, я хотел бы тебе передать хит-пак. Джек Шепард, мы сейчас тут задрогнем, просто давай пониже спустимся. Только этот, не попой. По склону. Джек Шепард, вот ты задрог. Как же я доволен-то. А где здесь находится Урал? Он далеко от переправы? Нет, не далеко. Он же сказал берег. Вам, то есть где нет СПОС. Ты катишься? Нет, я чуть не скатился. Если вы будете бежать рядом с морем и смотреть налево... Я скатился, сломал себе ногу. Ясно. Я в ветках. Джек Шепард, сейчас я приду. У меня есть морфин. Принимаю морфин. Я в ветках. Большой такой в ветке. Ну хоть кровь не потратим. Шепард. Хватит дурачиться. Да идем туда. Джек Шепард, ты нормально в ветке? Нет, ты внизу сам? Да, я жив. Все, короче... А я, похоже, убился. Что-то хрустнуло. Это я хрустнул. Ты мертв? Я с того пошел, да. Ладно. Где ты умер? Ну, где-то около тебя, там в горке лежу. Ништяк. Хорошо. Так, аборт, yes, disconnect, окей. Оружие есть, эквип есть, снаряга есть, просто дойти надо. Да понятно, сейчас забеши. Я имею в виду, даже сейчас, с учетом того, что вы умерли, все реально. То есть реально сейчас появляйтесь, бегите, ничего плохого не произошло. Произошло плохое. Я хотел спасти Джека Шепарда, вместо этого упал. Прости за мою тупость. Ничего страшного, Джек Шепард. Я же говорю, ничего не случилось, вообще ничего. Просто давайте быстренько, раз, и все. Мне понять сейчас где. Так. Читай вывески. Лубянск Бэй. А далеко? Направо, вдоль воды идешь. Слева вода, ты идешь. Угу. Приходишь до дамбы. Слева вода, да? Слева вода. Я вижу Урал. Красава. С самой крыши вижу его. Ты, Джек Шепард, не забудешь меня? И рядом со мной овечка стоит и смотрит на него. Возможно, она была снайпером. Я не знаю, где твой труп. А идти туда я боюсь, потому что могу упасть. То есть ты все на вершине там? Там короче, план капкан. Сейчас я уже вижу кастестерну с бензином, забегаю, наполняю канистры. Джек, паси. Я пойду ниже, потому что я отсюда не убью. Паси Урал, я забираю канистры с бензином, Артур бежит слева от все, воды. Все, я понял, где вы, я дамбу вижу. Красава. Мне речку не убивай же, да, Наська, можно. Так, все, я выхожу в полный автомат винтореза, я вхожу за бензином на завод. В Урале есть этот РПК? Он у меня в сумке лежит сейчас. Ну ладно, нормально. Джек, все, ты пока отгрузи там, кстати, все, что надо нам в Урал. Там еще моя сумка заныкана под елкой. С добром. Да иди. Подожди, а это Хайзенберг, по-моему. Хайзенберг? Около дамбы, подожди, дамба? А, подожди, это то место, где мы встретили чувака этого. Артур, помнишь? Так это дамба, это целая дамба. Дамба есть. Да-да-да, и от дамбы мне по этому берегу идти, вдоль берега, да?
Ай-ай-ай-ай-ай, подожди, подожди, зомби-зомби-зомби бьют. Да давай же, быстрее. Ой, это такой бред, сейчас умру, прикинь. Он решил наполнять канистры, нормально. Я вижу, какие-то медикаменты под елкой валяются. Джек Шепард, паси Урал. Самое главное. Я пасу Урал, все, никаких проблем. Только Урал. Мне... Блин, ладно, я думаю, я найдусь. Я просто по берегу буду бежать, как мне сказали, все. Угу. Если ты видишь дамбу, она впереди тебя. Угу. Иди тупо насквозь нее. И ты прибежишь, там будет типа военная база. Так, мне сейчас нужны елки, очень срочно, спасительные елки. Я знаю, что у меня идет кровь, дорогие зрители. Я еще ты робот. И ты робот. Я все сделаю, только время, не могу сейчас. Ты собран. Как никогда. Так, я дамбу насквозь, на тот берег перебегаю. Да. Окей. Я, если что, с той стороны, на которую, собственно, мы сидели в этом здании. Я на тот берег перебегаю, да? Точно? Ладно. Похоже, в общем, зрителям моего канала, я скажу, что я сейчас нажму на паузу, и пока ребята тут не прибегут или кто-нибудь не набежит на Урал, тут мне снимать пока что нечего. Хорошо, я уже иду, я перевязался, я перезашел, я не робот. Скоро буду Джек, брат. А, блин. Я очень битый подбитый. Да смотри, смотри, я не могу пройти в дверь, какого хера. Shit happens in that kind of game. In that kind of game, shit happens repeatedly. I will ask you one question. Do... Ладно, неважно, блин, я сейчас кровь стеку. Не хотите умирать больше. От естественных причин. Не строить управление, чтобы... У меня и PNV есть, и GPS есть, все есть. У меня PNV был, блин, я не буду этот нож брать, он хрен с ним. И рейндж-файндер даже есть, ребят. Рейндж-файндер сильно нужен, я думаю. Ну, для кемпера, да. Здесь зероинга, в смысле нет? А, здесь же хрен определишь, это же ну, да. Ну, только если гаусс-пушка, ей плевать, она бьет прямо. Ну, гаусс-пушка тогда, вообще. Джек, я скоро. Все хорошо. Если ты кого-то увидишь, скажи мне, потому пересек что... Пересек дамбу, куда дальше? Пересек дамбу? В смысле, ты через нее перебежал? Да. Ее не надо было перебегать. Я же с кнопкой платную нужно. Подожди, а ты перебежал на сторону там, где завод? Нет, я с той стороны, где завод. Вот тебе нужно быть с той стороны, где сейчас мы типа встретили на крыше там, который... Артур, Артур! Понятно. На я той стороне? Я был в том здании. Куда и надо. Окей. Ну и пробежать так насквозь, короче, там вот... Прямо по дороге, как она выезд там, с выезд с КПП. Угу. И когда через КПП пробежишь, налево повернешь и будешь бежать, там еще вышка далеко стоит, такая военная. Хорошо, понял. Вроде как. Вторую серию мы уже, кстати, не полным составом играем. То есть все в разных местах. Это, ну, по-моему, это... прикольно, кстати. Да, каждый занимается чем-то своим, каждый смотрит то. А лучше все сразу, я бы так сказал. Ну да. Угу. Блин, он так топор носит, я просто о, страшно. Я начинаю зябнуть здесь. Короче, вышел с КПП, бегу по дороге, да? Да, бежишь, нет, по дороге. Видишь, там военная вышка слева такая виднеется, верхушка. Ага. Вот так вот через нее и в ту сторону, вот тупо через нее бежишь, так вот насквозь нее пробегаешь, и там будет завод, ты его увидишь, там всякие чупа-чупсы, херня всякая. Так, Макс, я попробую подойти немного на другую позицию. Понял, перемещаешься, чтобы греться? Да, потому что здесь холодно. Ну и у меня вообще здесь позиция офигенная. С дороги сверху меня никто бы не увидел. И снизу меня никто бы не увидел. Здесь, к сожалению, слишком холодно. Дай бог. И один зомби самоубился, пока пытался меня достать. Нам нужно валить отсюда, потому что этот чувак уже идет за своим Уралом. Ну, я вышел, например. Ну да. За своим Уралом, за своим менторезом. А гаусс-пушка, видимо, так и не успел забрать. Вообще печально насчет гаусс-пушки. Я был просто спокоен, когда она была у тебя. Ну, инвентарь тоже не помню. Я был на взводе, сейчас я рос, ну, более... Я скован был, а сейчас так, знаешь... Ну, пофиг. Нечего терять ее уже. Да. С гаусс-пушкой-то да... Ох, я использовал хит-пак, мне так хорошо. На этих вышках бывает что-нибудь, нет? Оружие. Вот, в основном АКМ и АКшки. Ну, мне, в принципе, большего не надо. Я бы такой с удовольствием сходил.
Это Макс это медикаменты кинул, да, рядом с машиной? Да. Я вижу, кровь течет у типа. Ну, это, видимо, труп. И вижу Урал. Все, есть такое дело. Мне нужна кровь, слышишь? О, трупача. У меня есть. Я сейчас подхожу, я заливаю бензин, ты заливаешь кровь. Труп тип бандита с топором. Который якобы дружественный был, наверное. Но Урал не прощает. И мы не узнаем, кто он. Джек, оформляем. Ладно, я валю. Вижу тебя. Сел, заливаю. Здесь товарищи приходованные. Мне уже как-то здесь не очень нравится. Наверх я подниматься не стал, взял М9 себе. 40 литров бенза залил. Можно ехать. Отлично. Джек, кровь во мне? Я у твоих медикаментов. Машина горит вдалеке. Это нормально? В поле. То ли Запорожец, то ли что? Нет, не нормально. Хотя мы такое уже видели. Ну да, но это в Макс, поле. Макс, еда нужна? Нет, у меня все есть где-то, брат. Вот, я иди вот сюда. Зацени, вот здесь я хабар еще заныкал. Надо будет, чтобы ты его взял, потому что у меня слотов нет. У меня тоже места мало. Ну там крови очень много. Во-первых, кровь переливаю. Блин, ладно. Урал, офигенно. Угу. Ну чувак сейчас там, наверное, все ногти сгрыз. Будет знать, как мочить. Вот так ты что, меня... Тихо, давай, ты мне сейчас перелил кровь, у меня она исчезла. Опять же, давай это опять по новой залей. Давай. Вот тут еще у меня 3 крови лежит в пакете. Может, возьмешь все-таки? У меня тоже есть. Где ты, мать твою, за ногу? Где? Перелил. Слышите, зрители? Здесь кого-то еще грохнули. Ну, ладно, походу. Везло. Так, я могу ли спак взять? Да, пожалуйста, он полный добра. Надо ехать, слышь, мужик. Так, тогда да, мне нужно из своего патрол-пака. Что может быть хорошего в Запорожье? Ты пикнул? Ну, я тебе. Господи. Это был не Запорожец, это ШХ. Я слышу, Макс. Я все слышу. Еще труп, это замануха, такое ощущение. Давай, поехали. Думаешь? Да поехали, брат, все, поехали. Мы едем. Ой, я бы сейчас все отдал за то, чтобы я мог вылезти из окна и стрелять по людям. Включи печку. Газели старшот на баранке, 32 года. Радио шансон врубили, нет? Любой двор найду. Короче, я в этой вышке, которую ты мне указал, недалеко от переправы, и тут недалеко от нее, в 500 метрах, просто бой не было. Тут трупы, да, кругом. Ты не мог его не сбить. Да я просто стараюсь по дороге не ездить, по дороге медленно ездить, понял? По дороге тут такая, ну, конченная, да. А вот так быстрее. Ориентировочно время прибытия. Через сколько? Ориентировочно мы будем рядом с тобой секунд через 43. Отлично. 42. Я бегу к вышке тогда. 40. 39. Так, не маяч, не мешай газелисту. 35, 34, 33, 32. Ну-ка, хватит. Я пробил машину. Да. Все говорили, никогда он этого не сделает. А вот вам скептики. Из-за леса, из-за гор появился истребитель. Нет, тупо метеорит падает. Да. Машину ломается. Все, без слов. Так, Артур, а теперь смотри во все глаза, потому что вот это чистое поле, видишь, которое там было такое, мы сейчас будем по нему рассекать. Ты больно не этот... Не ёлки. Бы. Ёлки. Здесь потому что убивают людей. Я понимаю. Какое чистое поле? Здесь холмы кругом. Артур, вот я уже сейчас начну видеть ту военную вышку. Мы только что на боку были, но окей. Ладно, Макс, если видим человека, выскакиваем оба и врываемся. Или я выскакиваю, да, оба выскакиваем. Окей. Тудум. Мы почти на дамбе. Ой, а у меня кровосос за спиной. Артур, ну мы уже на крайне критически близко. Говори, где ты? Тут я вижу дамбу.
Если вы поедете с нее прямо, то где-то метров через 50 я к вам подбегу. Ты видишь ярко-желтый Урал? Пока нет. Это очень опасное место для эвакуации мы выбрали, но хорошо. Вообще, вы можете постоять на том берегу, я бы сам набежал, потому что сейчас нашумите, тут, блин, народ убивают. Я не знаю, тут трупы лежат кругом. Я бы к вам-то помог. Мы едем у той вышки, помнишь, на которой я лутал, ты еще автомат мастерек? Мы у нее. Слышу выстрелы. Стреляют нахер, все, в жопу это дерьмо. По нам. С этой стороны все. Да, по нам. По нам совет, Артур. Валите, валите куда-нибудь вообще. Я в сравнительной безопасности. Дебильная идея, не знаю. Попали. У тебя? Не-не, едем дальше. Ни кровь, ничего не бежится нормально. Но у меня боевой режим. А, ну это просто пуля. Трясется камера. Нужно будет обезболивающий скалывать. Ребята, валите куда хотите вообще. Я не знаю, я же говорю, тут стреляют. В сторону завода мы отъехали, да ведь? Да. Или чуть левее. Чуть левее от завода, Артур. Если бежать на завод, то чуть левее. Я на заводе сейчас, около завода нахожусь. Не, завод дамба вот этот, который... А, ну понятно. Сейчас я от него вверх по дороге бегу. У меня есть возможность выскочить и съесть этот? Перекур уже. Нормально все. Выходи. Успокоилась, думаешь? Дэф, смотрим. Нет, мы вышли. Вон, я вижу горящий запорожец, про который ты говорил. Дымящийся. Понятно примерно. А кто ж по вам стрелял тогда? А ты не слышал выстрелы? Я слышал выстрелы, но откуда? Просто я сейчас не хотел бы с этим товарищем. На дамбе нет никого. Г-36, дамба. Я ее пересек только что дамбу. Повезло тебе. Колесо. Я два раза я там бегал, я на середине дамбы перевязывался. Джек, у меня ответственное задание для тебя. Где ты? Еще стреляет. По вам. Джек. По нам никак. Джек. Ау. Ну ты посмотри. Я скидываю еду и воду и всякую фичу. Видишь вот эти две штуки? Вон завод. Угу. Короче, без радара, без компаса хотя бы, как-то довольно сложновато. Мы поняли друг друга, брат. Да. Кто-то у нас подсадная. Я сейчас место себе освобожу. Ой, разлагало почему-то. Артур, облака идут на восток. Нет, я знаю, где вы, просто я думал, вы с другой стороны подъедете. Я бегу к вам, я вижу уже Урал. Ой, нет, Урал не вижу, я вижу Запорожец. И вот мы, ты сейчас прямо на него смотришь и бежишь на да. него? Со стороны вышки бегу. Со стороны вышки. Мы тогда направо от него. Он смотрит носом на нас. Вот так. Угу, понятно. Расстояние примерно еще стрелять, смотри. Но не по мне. Расстояние 700. Ок. Хотя, что я выдумываю? Расстояние... 0. А нет, не 0. Расстояние... 400. Ладно, неважно, короче. Нет, ты так меня... это я в рейнджфайндер посмотрел. Ты меня видишь около него? Я где-то, наверное, от него, если с носа смотреть, то налево метров 50. Нет. А, вижу тебя, вижу, ты бежишь, хорош. Беги дальше. А, это зомбак ходит, это не ты. Вот, я около машины, я упала. Туман сильный, беги. А, вот, вижу. По тебе стреляют, Артур, по тебе садят. Причем стрельба там слева. Он где-то за тобой шел. Не-не-не, он вон оттуда откуда-то, с горы стреляет. С горы вот здесь, да? Ага. Я иду. Вижу его, стреляет, Артур! Артур, живи, мать. Брат! Живи, брат, сейчас все, разберусь! Уже не живу. Не может быть! Нет! Я катаюсь как ужаленный вообще. Получи, скотина! Чё, как? Все, отъехал! Ух, ты просто спаситель. Я вижусь. Мне нечем ввязаться. Ушел под землю, релогнулся. Ха! Пес! Так, теперь если ты меня видишь, то я был бы очень рад, если бы ты меня перевязал. Я тебя вижу, Артур, ты бежишь прямо на меня. Угу. А, ты чешь? Я теку, говорю. Бегу! Скает бэкпаком, с калашом, жесткий парень. Получил по голове по своей. И релогнулся. Артур! Да вижу. Джек, как бензин. Топором какой-то стреляет. Набрал, бегу к вам. Тормози. Пошла жара. Самое главное сейчас не хапнуть откуда-нибудь. Да. Я нашел у вас, братья. Я рад, честно говоря. Стоп. Иди туда, откуда я пришел. В ту кошмар сторону. Закончился. Найдешь Урал. Нужно разобраться кое с чем.
Еще одна вендетта. Нет, но это уже так. Он просто ушел под землю. Я думаю, он релогнулся или нет. Если он релогнулся, это значит, что он сделает Escape Alt F4. Это значит, что на сервак он не попадет в ближайшем будущем. Вот что. Да, он машина. Он релогнулся. Зомби нужно убить. Трусло. А вы можете убежать? С тем оружием я. Елки. Я бегу примерно. Что мне заливать, Макс? Ты пришел. Кого заливать? Бензин? Убегите от зомби, потом зальете. Ребят, нормально все, успокойтесь. Да у меня вообще все хорошо. Я только что заново родился. Так что да я просто окей. Себя тоже так успокаиваю. Дрек Шепард, я подошел к машине, если что, не бойся. Блядь, дохни ты, ну. Мне кажется, пора серию заканчивать, как только сейчас в машине ее и закончим. Вы стреляете с глушителя? Да. Джек Шепард, осторожно. Да не тратьте патроны. Так че он полз ко мне? Мне заливать бензин в машину? Да, конечно. Еще зомби бежит, я тебя прикрою. Сейчас я его затяну на себя. Окей. Че, потом еще одну Макс сбегать заполнить? Нет? Come here, come on. Еще сбегать заполнить конец. Не надо, уезжаем. Уезжаем отсюда. Можно я в кузове? Можно? Конечно. Нет, не надо, не стоит, это очень опасно. А что? Ну, прострелят, когда будем уезжать, так как ты в кабине спрятан. Так. Come here. Я вон рядом с машиной. Я натюрлищ. Я, come on. Хотите патроны переводить? Так, я возьму. Есть пакет крови. В машине пакет крови, если что, да и банк с едой я кину. Артур, тебе нужна кровяшка? Перелейте мне кровь, да. Есть. Я займусь этим. Ага. Зомби бежит. Никто не хочет снять? Он дружественный. Я не смог к нему прицелиться. Артур, у меня в сумке, пожалуйста, РПК. О, это вообще просто подарок какой-то. Это Рождество. Праздник. Так, подожди. Ладно, хэтчет. Я сейчас боюсь, если хэтчет возьму, мне РПК пропадет. Так, зачем я взял пакет крови? Мне это не нужно. Ты хэтчет не положил, что ли? Нет, он лежит на земле. Хотя да, он к тебе положился. Так, Артур, на, держи. Вот еще топор тебе мой. Возьми вниз. Я свой, а твой я одену себе. Окей. А у меня больше нет патронов на Макаров. Ты зачем мне его положил? Да, он на полу. А, на полу, понял. Да. Погни, я замерзаю. Замерзаешь? Не мяу. Плевать надо, поехали. Все, да, на самом деле, поехали. Так. Я наконец нашел себе пулемет. Я обожаю пулеметы. Где последний? Так, я сажусь в салон. Или я влезу в кабину в третьем? Влезешь. Ты же релог посерединке. Ой, блин, Артур, ты прям на меня пылишься. Погни. Погни, мы в собственной машине. Центральный рынок. Едет машина. Едет. 20 рублей, да что? За сотку. Газелист Ашот все-таки 37 лет за баранкой. Капец вообще, берега теряешь. Ашот. Ну ладно, давайте на этом, наверное, заканчивать эту серию. Кто там начинал, пожалуйста. О, мы молодцы. А я начинал, да, или нет? Джек начинал. Нет, я начинал, но я, честно говоря, не знаю, что тут можно еще добавить. Все было круто. Ты проехал по куче зомби. Не, он знает, что... Артур заново родился, Максим нашел то, что хотел, а я просто не умер. Да. Ну, на этом, думаю, все. Всем спасибо за просмотр. Зомби перекрестился. Прощайте нас. До свидания. Пока. Спасибо, что были с нами. Пока.